Grand Lashes 2018 – турнир среди мастеров по наращиванию ресниц – проходит в Челябинске уже в пятый раз. В этом году дата проведения – 2 декабря. А в настоящее время продолжается сбор заявок от участников. Есть несколько номинаций. Три из них технические – это классическое наращивание ресниц, объемное, куда входят все объемы до тройного, и мегаобъемное наращивание ресниц. В этом году мы выделили ее отдельной номинацией, потому что было очень много просьб по этому поводу. И есть также творческая номинация, это фантазийное наращивание ресниц, номинация «Образ». Здесь уже, конечно, командное участие, здесь принимает участие и парикмахер, и визажист, как правило, и готовят полностью сборный образ. В этом году у нас тема двойников, Lash Star, поэтому нам нужно будет создать звезду и повторить ее выступление. Юбилейные медали предусмотрены для всех участников турнира. Что же касается гран-при, помимо кубка, победитель получит ценный подарок – кольцевую лампу новейшей модели, незаменимую в работе мастера. В рамках турнира также состоится бьюти-пати – конкурс творческих видеовизиток, борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. Нужно снять клип о себе, о своих талантах, в течение 2 минут рассказать красиво о себе, выйти и ответить на вопрос ведущего. Если все будет здорово, то жюри проголосует, и корона ваша. Оценивать профессиональные номинации будут сертифицированные судьи. В их числе победители прошлых лет, которые впервые выступят в новом качестве. В этом году я в новом амплуа, я уже в качестве судьи. Сложность в том, что нужно досконально все проверить, там склеечки, отступ, все. Допустим, в качестве участника на это мало обращаешь внимания, а вот у судьи, да. Каким бы успешным ни был лэшмастер, стать профессионалом высокого уровня можно только испытав себя на подобных турнирах. Я считаю, что участвовать, наверное, обязательно нужно. Это такой определенный, наверное, заряд какой-то. Даже не столь занять какое-то место, сколько просто это все прочувствовать. Ну и, конечно же, если все-таки забираешь какое-то место, это, не знаю, понимаешь, что ты значимый, наверное, в этой сфере. Также знакомство с многими мастерами, потому что даже из других городов приезжают, это очень интересно. Я вот, допустим, со многими девчонками до сих пор общаемся, поддерживаем друг друга, скидываем даже свои работы, оцениваем. До турнира Grand Lashes еще больше месяца, а потому еще есть время подать заявку на участие. Подробности у организаторов Академии Премиум Бьюти.